Так, дамы и господа, всем доброго времени суток. У нас сегодня очередной обзор 600 с вами. И сегодня один из моих любимых героев, это будет Суслик. Идем как обычно. В общем, главная его особенность и ключевая на 600, это несколько быстрых ударов по цели. Важно по нескольким целям. Если он убивает свою цель, он переключается на другую. Это важный момент. Поэтому чуть больше наносит урона, чем обычная атака, но важно понимать, что это происходит, по-моему, за 3 секунды. Да, ушастый залазь. Не. Скилл, за который нашего суслика все любят больше, чем за его ульту, да, это блинк в самом начале. Наносит урон, дает стан. На 4 секунды это вкусный стан. Это очень полезный навык, чтобы законтрить каких-то героев. Обычно в компании это какая-то клёпа, это Кася. Его задача обычно поймать и быстро вырезать. Когда он бьет, он увеличивает шанс на крит. Когда он критует, он увеличивает свою скорость атаки. То есть идеально. Плюс навык, который открывается на 181, по-моему, уровне. Почему он до этого момента считается очень хреновым, то в этот момент он начинает жить, потому что до этого он просто груша для битья. Вот. И его еще один активный скилл – это 4 быстрых удара, которые отталкивают цель. И очень важный плюс, что от этого удара нельзя уклониться после, получается, 201 уровня. Что у нас по шмоту? Обычно шмот может меняться в начале. Я помню, в начале топор ставили, но, по-моему, на него дефолтно ставится огонь и посох. Но для его выживаемости в компании часто были моменты, когда у нас стоял и щит, и вода, и камень, что на нем только не было. Реально, вот в наши старые времена, когда мы проходили первые 32 главы, на нем было всякое говно, он просто вот все видел. Вот герой, который реально повидал все. То его ульты есть один прикол, который чаще всего на ДД замечается, не на танках или там саппортах, а вот именно на каком-то тонком. То есть там написано 7 ударов и урон идет 105%. Вы когда бьете какого-то моба, там тычка проходит и наносит, дай бог, там 1/10 урона. А потом 1/10 хп, извиняюсь. А потом он просто входит в ульту и может на фул хп шотнуть первым же ударом. То есть цифры явно несоразмерные, и ну, порой это вызывает одни непонятки. Ладно, идем дальше. Бошка. Бошки, вариантов несколько, ключевые, вот как у меня сейчас на экране, обычно с ними и бегают, но есть варианты, когда ему или можно умирать, или его кто-то подсейвит, то могут поставить вот усиление навыка. Зачастую это ДПС-чек, это раньше кидали на боссов. Вот, вот это вот кидали в танкобилд, соответственно, ты крутишься рядом с героями, ты живешь и уменьшаешь им энергию. Вот это, наверное, на суслике никогда не видел. Вроде бы логично, потому что возле него ульты появляются быстро и поможет пережить, но вот как-то мне не доводилось это видеть. Порой видел уклонение от первой атаки. Это актуально, когда ты влетаешь в героя, у которого также есть этот скилл. Например, ты влетаешь в арту, у нее уклон. Если у арты есть уклон, то так как ты не попадешь блинкстаном, она тебя следующим своим выстрелом тупо сбреет в ноль. Поэтому для такого как раз берется свой уклон. Разгон я на нем
видел только разве что для ДПС-чека, но вот еще один навык, который важный, который остается ситуативным, ну, всегда его таскать не будут, но когда ты его берешь, значит, он точно понадобился. Это щитобой. Урон по щитам в два раза больше. Это против всяких Нах, Афин, Тифонов в компанию особенно. Вот самое то. Зачастую как раз вот играется та сборка, которая мне выставлена, потому что спасибо Сусу, что вот он достаточно стабилен, прямолинеен, у него нет каких-то веток. На 600 у него прокачка только одна, он качается в синий цвет. И как бы важно помнить, что его 600 делает, да? Давайте вот сюда придем. То есть, как идем мы на 100? Мы за каждый крит получаем больше энергии. Потом первый удар ульты наносит дополнительный урон, равный 20% текущего хп. Идет апгрейд, потом мы получаем 30 энергии. И в конце на 400 мы получаем доп. Урон, равный 20% потерянных хп цели. То есть, если вы там оставили цели 20% хп, а снесено 80, то логично, что 16% еще по нему прилетит. Приятно. Очень важный навык для убийцы. Сус все-таки не постоянный боец, это убийца. Его задача просто быстро вырезать. Это 500-ка. На первые 15 секунд увеличивает крит урон на 50 секунд. На 50%. И это очень важно, потому что первая ульта зачастую идет в течение этих 15 секунд. И самое главное 600. То есть, что вообще делает этого героя играбельным, я бы сказал, на хай-контенте, в хай-ПВП, когда у тебя куча уклонистов, куча непонятно чего. Это его 600-ка. Во время ульты от Суса нельзя уклониться. И его ульта наносит крит урон. 7 пиздюлей по... Сколько там у меня сейчас? 180%. Считать не хочу, но у меня это порядка 1300% будет. Вот. Почему вот эта 600-ка для него так важна и почему она делает его играбельным? Именно из-за нее я говорил, что я считаю, что Суса надо выкачивать самым первым на 600. Он тянет намного лучше и вывозит и больше аспектов, чем любой другой полноценный кор. То есть тот же Ода, тот же Апа, вам все равно в какой-то момент понадобится кого-то вырезать, и вам понадобится этот суслик, или у кого-то стрельнуть, или самим ваш его не будет. С 600-ым сусом, но с 500-ым кором, там 500-ым ода или 500-ым апа, вы пройдете легче, чем с 600-ым одой и 500-ым сусом. Вот эта вот разница, которая и возводит этого героя на пьедестал, так сказать, в моих оценках. И почему именно такие ноды? Потому что это мое мнение. Я видел и три атаки, три крита, потому что я очень редко видел на суслике точность, но максимум одну. Как я говорил раньше в своих видосах, эта скотина косая, шо пиздец. Вот он реально косой, он может просто промахиваться всем, чем попало. А до 600-ки, я понимаю, что 600 не мажет, но до 600-ки он мог просто дать 7 ударов ультой в никуда, просто в ноль смазать. А почему точность я ему поставил? Потому что
меня часто в боях получается так, что он прыгает, а дальше он по цели не попадает. Поэтому, ну, после этого, соответственно, он дохнет, и бой зачастую проигран. Так, дальше будет квест. Я вам хочу его показать. А в дружеском бою я не смогу завязать найм. Ладно, давайте посмотрим на элитку. Если у меня в элитке есть 500 ИСУС в найме, будет отлично. Чтобы вспомнить, где он. Ну, а теперь молимся, чтобы у кого-то еще был 500 ИСУС. Не повезло. Не покажу, значит. О, я знаю. У меня чувак сегодня был на кладе с 500-ым билдом. Он мне, кстати, в итоге даже поимел один разок. Вот, я не люблю клад за его лаги. Вот. Да, это я развлекался сегодня с Дастманом. Пытался пробить. Кстати, первый бой я почти выиграл, я скосил Люса, а меня в хлам просто вынес его СУС. Так. Давайте покажу сначала этот. Походу надо даже медленнее. Ну, сейчас заново запустим, не жалко. Вот, у него 500 ИСУС. Он прыгнул в КЗ, он убил. Ну, как бы дальше он умер, там, я так понимаю, его станами сдуло. Но чувак, кстати, равный по мощи, я удивился. У него цифры такие же, как у меня. Вот вы видите, у него 600, а только КЗ. Он равный по мощи мне. У него там, у меня 33,9, у него 34. И я немножко офигел, получается, насколько разница в музее, что у него с 500-ками такие же цифры. Вот, но... Вот этот бой меня теперь волнует. Так, он в атаке. Он слева. Фауст. Вот. Как он туго режет КЗ, видно, что вот нет урона, сейчас он таки разультится. Куда он полетел? А, в Морриган. Я не знаю, вот, последним ударом он ее как-то добил, а тут... Вообще пытаюсь понять, где кто, у меня ощущение, что это мой суслик. Нет. Вот. То есть даже 500 ИСУС, мне аж интересно, что у него, потому что он хорошо раскачан, и он не дохнет так легко. Вот. Ну, в итоге там я его дальше сбрил, я уже не помню. Я, по-моему, СУСа в СУСа кинул, да. Ну, просто перебил бессмертие. А, ладно. Проще тогда в компании, наверное, показать. Сейчас может быть очень много траев. А, я убрал. Леонид. Я в Оберона, по-моему, прыгал. Ну, пофиг. Тут явно сейчас мало что выживет. В
все срезал. То есть, ну, с 600-й ультой он режет вообще все, что хочет. Если там никаких защитных навыков не прилетит, урон за ульту влетает колоссальнейший. Поэтому Сус реально обязателен к прокачке и для PvP, и для PvE. Он реально будет вам много чего тянуть. Он порой будет вытягивать вам бои похлеще ваших коров. Я вам серьезно говорю. Поэтому качаем Суса, тратим на него 50 печатей и наслаждаемся жизнью. Реально. Всем удачи!